41 год потерь и страх. Зарем кровавым пленением двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и сталь. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. А сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать. О пощаде немца умоляла, нань, твердил он важно, расстреляй! Нет, она просила, пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей. И ответил офицер ехидно: ладно, матка, одного спасай, но другого расстреляем, сына, кто тебе милее, выбирай. Как смертельный этой круговерти изберечь кого-нибудь суметь, если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Забрыдала мать, запричитала, глянулись лица сыновей, будто бы вправду выбирала, кто роднее, кто дороже ей, взгляд туда-сюда переводила. О, не пожелаешь им врагу мук таких? Сынов перекрестила и призналась фрицу: не могу. Ну а тот стоял непробиваем, наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты. Старший, виновато улыбаясь, младшему груди своей прижал: брат, спасайся, но я останусь, я пожил, а ты не начинал. Дозвался младший: не, братишка, ты спасайся, что тут выбирать, у тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать. Отозвался младший: нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать, у тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать. Тут учтиво немец молвил: битте, отодвинув плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляй! Ахнули два выстрела, и птицы дробно разлетелись по небесам. Мать разжала мокрые ресницы, и детей глядит во все глаза. Но они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет: уж не жить, сыночка, не цвести. Дура матка, поучает немец, одного могла бы и спасти.